Салам алейкум, пацаны! Новый жетон ФФ! Что же нас ждет? Полностью обмен жетонов ФФ на все оружие, которые есть у нас в игре. Это просто, я был в недоразумении, когда я реально это просто, друзья мои, увидел. Что же это такое? А это означает, что именно жетоны ФФ уже можно будет, конечно же, обменять на оружие. Ладно, тянуть не буду. Также покажу новые наборы, что нас будет ожидать, какого числа будем получать уже события, скажем так, нападение драконов, да, с вещей. Я вам сейчас все покажу. Ладно, всем желаю приятного просмотра. Ставьте свой драгоценнейший лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, конечно, поделиться видеороликом с другом. Ну и пишите в комментариях каждого, конечно же, про лайку. Кстати, про телеграм-канал не забывай. Именно там проходят уже всякие конкурсы, розыгрыши, ну и общение с подписчиками. Ладно, поехали. Ну, давайте, наверное, начнем с самого начала и самого интересного. Первое, конечно же, это, друзья мои, вещи. Новые вещи, которые, скажем так, именно с нападения дракона нас будут ожидать уже совсем скоро. Да, друзья мои, многие из вас, наверное, уже ждут, когда же на нас будут доходить эти вещи. Да, друзья мои, до нас эти вещи уже совсем скоро будут доходить, и они, друзья мои, у нас появятся уже 15 сентября. Приблизительная дата, когда мы сможем какие-то определенные вещи уже себе забрать в игре Free Fire. А именно 15 числа будут потихонечку уже добавлять какие-то определенные вещи. Так что ждем, друзья мои, много чего интересного будет. Будут скинчики на скар, будут скинчики на стенку, на машину. Ну а если у тебя, мой друг, не получается задонатить в игру, выходит какая-то ошибка, ну а если ты еще и хочешь купить себе пропуск, ну просто элементарно не можешь, то, конечно же, в этом тебе поможет сайт playrock.com. playrock.com — это тот сайт, где ты можешь купить себе игровую валюту. Но это еще не все. Тут ты можешь купить себе, конечно же, ваучеры, аккаунты, пропуски. Ну и, конечно же, друзья мои, вот они, всеми вами известные Буях Пас. Тут ты можешь приобрести Буях Пас, друзья мои, по очень дешевым ценам. Скидка 30%, 26%. Просто заходите, покупайте, и вам не нужно заходить в игру. Вы просто заходите playrock.com и покупаете себе Буях Пас. Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в которых больше 300 игр и приложений, и широкий ассортимент игровых товаров от виртуальных предметов до аккаунтов и премиум валют. Все в одном месте. Тут, друзья мои, вы можете купить любое количество алмазов по самым дешевым ценам. Вот, например, за 24% скидки ты можешь купить себе 310 алмазов за 379 рублей. Покупка происходит в несколько кликов. Вам всего лишь нужно перейти по ссылочке в описании, нажать любое количество алмазов, которые вы хотите купить, нажимаете, проходите регистрацию через Google или через ВК, нажимаете кнопочку, друзья мои, оплатить, и тут вы можете оплатить любыми способами, да, платежной системы, через Kiwi кошелек, карта, криптовалюта, валюта, и алмазы приходят по ID-шнику уже на ваш аккаунт, как только вы произведете оплату. Друзья мои, 5 минут и готово, вуаля, алмазы уже на вашем аккаунте. Очень быстро и практично. Помимо того, что ты тут можешь купить себе игровую валюту, ты еще тут можешь или продать, или купить себе игровой аккаунт. Рейтинг 5.0, более миллиона отзывов, оставленных после покупки. Покупка здесь надежна и безопасна. Переходи по ссылочке в описании. Как и я, вы можете купить алмазы по горячим скидкам на сайте playrock.com. Ссылочка, друзья мои, в описании. Переходим и покупаем, и вы будете довольны 100%. То есть много чего будет бомбу, ну, в принципе, сами все, наверное, видите, да? То есть это все у нас уже ожидается 15-го, друзья мои, числа. Поехали дальше. Дальше, конечно, не забывайте, что у нас впереди еще очень много наборов из аниме. То есть то, что мы получали, да, это всего лишь часть наборов, которые нас ожидают. Конечно же, нас впереди еще ждет много эмоций, много всяких вещей, масок, также наборов и так далее. Это тоже у нас уже также приближается к нашему региону. Также, конечно, друзья мои, это немаловажно, также кулаки. На зарубежном регионе выходят кулаки, а регион с нашим очень похож регионом, да.
Поэтому кулаки там выходят, как вы видите, вот, и ждем, а вы сами знать, да, что сначала выходят на зарубежке, а потом выходят и в нашем регионе. На зарубежке выходит уже 10 числа вышло, вот, поэтому ждем, конечно же, я думаю, все, наверное, после 19-го, может быть, числа 20-х, может быть, уже появится и в нашем регионе. То есть это что именно связано с кулаками. Ну и, конечно же, друзья мои, что, в принципе, немаловажно, на каждом регионе почти добавляют, это, конечно же, друзья мои, добавляют клоунов, реально добавляют клоунов почти на каждом регионе. Я был немного в недоразумении, неужели в нашем регионе тоже будут добавлять. Так что, друзья мои, я честно с нетерпением жду возвращения клоунов на нашем регионе. Реально, жду возвращения, очень мне интересно, тем более клоуны всегда, ценились реально очень хорошо, потому что, набор, я считаю, это легендарный. Ну и, конечно, друзья, смотрите, что я увидел на зарубежном регионе. За жетоны ФФ можно обменять на кучу оружий. Да, друзья мои, реально, вы посмотрите. Я много раз говорил, что, друзья мои, ожидаем по-любому на нашем регионе тоже обновление жетонов ФФ. Вот ждем. Поэтому я много искал информации, я много лазил по зарубежным регионам и нашел, что все-таки начинают уже добавлять новые оружия за обмен жетонов ФФ. Да, друзья, вы посмотрите, сколько можно обменять топовых оружий. То есть, сколько у вас жетонов, друзья, тоже в комментариях, пожалуйста, напишите. У меня лично 1900 жетонов, вот, и если тут получается по 50 жетонов, может быть, обменивать, да, ну, даже, я думаю, все-таки по-любому будет другое число, но все же, смотрите, друзья мои, почти добавляют, сколько оружий добавляют за обмен жетонов на зарубежке. Я не удивлюсь, если в ближайшее время, даже после обновления, нам тоже будут добавлять оружие за обмен жетон ФФ. Потому что реально у нас уже достаточно, конечно, вещей за обмен жетонов, да? Ну реально достаточно. У нас есть и оружие, чтобы понимали, да, у нас есть и оружие. Но оружие, друзья, не так уж и много. То есть получается, в нашем регионе, наш регион, да, есть только оружие, получается, это вот такой вот раз, два, и по 93, то есть всего лишь 3 оружия. Если нам после обновления будут добавлять все оружия практически, да, за обмен жетонов ФФ, то реально это будет очень интересно и очень бомбово. Тем более эти жетоны, ну, по крайней мере, мне реально не нужны. Реально не нужны мне. В принципе, покупать это тоже не вижу смысла, ничего нету. Вот, но оружие я бы обменял. У меня 1900 оружий, жетонов 1921. Вот, в комментариях, пожалуйста, напишите, сколько у вас. Так что, друзья мои, я вам рассказал новость. Именно то, что нас уже ждет уже в обновлении жетонов ФФ. Ждем и кайфуем. Также, друзья, не забывайте, на день выходит 2 видеоролика. Сегодня также стрим. Да, друзья, сегодня я вернулся. И сегодня в 18:30 у нас проходит уже стрим. Так что прямо сейчас, уже после этого видеоролика, можете закрыть видеоролик. И сегодня, прямо сейчас, зайти на мой стрим, поставить лайк, нажать колокольчик и все уведомления, потому что сегодня вы будете играть с моим сыном, и кто его будет выиграть, получать будет награды, да, друзья. Так что на стрим сегодня все успевайте, 18:30 по московскому времени, всех буду ждать обязательно. Всем все ясно? Так что уже спокойно можете перейти на мой стрим, стрим уже есть на моем YouTube-канале. Также, конечно, не забывайте, друзья мои, что по поводу оплаты, да, если у вас также, не знаю, возникают сложности при донате, вы не можете себе сдонатить, ВК пишите, я вам помогу сдонатить. Донатить через официальный сайт GreenShop. Алмаз приходит быстро и безопасно. Да, но за это буду брать определенную комиссию. Ну и, конечно, мало ли у вас есть желание попасть ко мне в гильдию, вот айдиш в моей гильдии. Кидать запрос, мы вас будем рассматривать. Если вы нам, конечно же, подойдете, мы обязательно вас примем в гильдию. У нас уже почти 3100 очков, да, 3 миллиона 100 тысяч, да, получается, 3100 у нас получается очков гильдии, вот айдишек моей гильдии, с утра немножко потупливаю, так что, друзья, не судите строго, вот, так что заходите, кидать заявочку, будем вас рассматривать обязательно, вот, ну и, конечно, не забывайте, на день выходит 2 видеоролика, в 7:45 и в 15:45, прямо сейчас переходим на стрим, всех люблю, всех обнял, до скорого, всех, любляшки.